меня в руках набор «Живопись на холсте» от торговой марки «Белоснежка». Эта серия называется «Достоверное воспроизведение оригинала». И сейчас я вам расскажу, почему. В основу этой серии легли натюрморты замечательного российского художника Ольги Павловны Воробьевой. «Белоснежка» является обладателем прав на целую серию ее картин. И вы можете видеть много замечательных натюрмортов. Всего здесь 11 натюрмортов. Так что можно нарисовать сразу целый комплект. И для удобства собирания их в серию, все эти натюрморты выполнены в одном размере. 30 на 40 сантиметров. Также внутри набора вы сможете найти информацию об Ольге Воробьевой, ее контакты. Так что «Белоснежка» работает в тандеме с известными российскими художниками. И это их принцип, что вы, дорогие любители рукоделия, должны знать, чьи картины легли в основу вашего набора. Давайте откроем его и посмотрим, что у нас есть внутри. Пленка снимается очень легко. Обратите внимание на высокое качество полиграфии, на фольгированные элементы. И сама коробка, она очень высокого качества, она крепкая, то есть вы можете пересылать ее как подарок по почте, смело дарить, она очень долго будет сохранять красивый и приятный вид. Это один из принципов торговой марки «Белоснежка». Это хорошее, высокое качество упаковки. Здесь мы видим еще один слой упаковки, который помогает сохранять то, что находится уже внутри холста. И нас ждет приятный сюрприз. Магнитик для холодильника с той же самой репродукцией картины Ольги Воробьевой «Осенние цветы». Поэтому, если вы планируете эту картину для кухни, то это будет таким маленьким приятным рефреном. Что у нас есть внутри? У нас есть акриловые краски. Обратите внимание на вакуумную упаковку. Ведь не секрет, что за живопись по номерам люди порой берутся не сразу. Даже купленный набор некоторое количество времени лежит дома. Вакуумная упаковка помогает сохранить краски свежими. Потом, когда вы начнете работу над набором, вы сможете положить их в специальный пакетик, чтобы сохранить акрил в рабочем состоянии. Подробная инструкция по выполнению этого набора со всякими полезными советами. Обращаем внимание на то, что наборы из серии «Достоверное воспроизведение оригинала» – это наборы не самые простые. Ведь чтобы добиться сходства с картиной художника, нужно использовать очень много деталей. Поэтому оригинал оцифровывается в очень высоком качестве и используется довольно много цветов. И предполагается, что вы тоже приложите некоторые усилия, чтобы работа выглядела максимально похожей на оригинал. И вы видите, он стоит этих усилий. У нас есть синтетические кисти нескольких размеров. И, что очень приятно, крепежи для подвешивания готовой работы. Что очень приятно, это личностный момент. Ольга Павловна Воробьева обращается к вам с приветствием, пожеланием приятных минут за творчеством. Вы можете найти информацию об этом художнике и также по желанию приобрести и оригинал этой работы. Это тоже вполне можно сделать. И, наконец, схема с номерами. Обратите внимание, работы много, схема достаточно сложная, но это принцип, это необходимо для того, чтобы ваша работа выглядела по-настоящему эффектно и стала достойным украшением вашего дома. Холст здесь из 100% хлопка. На деревянном подрамнике видите очень хорошее натяжение, хорошо просушенное дерево подрамника.
И что еще хочется вам показать? Это очень тонкие, четкие линии, которые сделаны темно-серым цветом и очень легко будут закрашиваться при нанесении красок. Информацию о наборе очень легко найти на самой коробке. Здесь указан и художник, и количество цветов, и размер, и, что немаловажно, степень сложности. Принцип торговой марки «Велоснежка» – это высокое качество и забота о каждой мелочи. Ведь производителю материалов для творчества мы доверяем самое дорогое, что у нас есть. Мы доверяем ему свое время. Этот набор станет замечательным подарком к любому празднику и поистине достойным украшением вашего дома. Творите с удовольствием!